Приветствую всех любителей Игры Миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю свои впечатления про матч первого тура Лиги Конференции УЕФА 2024-25 Астана, Казахстан, ТСЦ, Бачка, Топола, Сербия, в котором хозяева быстро повели, когда после подачи Яна Вороговского, литовец Кипрац Кожуколова с головой забивает, как оказалось, единственный и победный гол для Астаны. Но тут стоит признать, что если бы сербам немного повезло, то они могли как минимум не проиграть, а то и вовсе выиграть, так как еще в первом тайме Милош Пантович и Ивет Джаковац попали в перекладину ворот Астаны. А в начале второго тайма туда же зарядил и Александр Чиркович. Три перекладины плюс классная игра в рамке голкипера Астаны Йосипа Чондрича не позволили гостям отличиться. Сама игра проходила с переменным успехом. Оба соперника создали ряд опасных моментов, но счет к радости трибун так и не изменился до финального свистка. В общем, хорошо то, что хорошо завершается. Астана набирает свои первые 3 очка в текущей Лиге Конференций. И в общей турнирной таблице идет на 14 месте пока, потому что вместе с Астаной победило 15 команд. Дальше команду Григория Бабаяна ждет выезд в Уэльс на матч 24 октября всего 2024 года против New Saints. Удачи Астане и выхода как минимум в плей-офф Лиги Конференций. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.